Привет, друзья! 2016 год подходит к концу. Этот год был богатым на невероятные инновационные технологии. Сейчас робот-оп расскажет вам о 5 изобретениях уходящего года, в которые по-настоящему очень трудно поверить. Начинаем. Первый в мире летающий скейтборд получил название хенд-хаверборд. Игнорируя любые законы физики, он может летать в нескольких сантиметрах над землей. Эффект левитации достигается благодаря нескольким магнитам и 4 дискообразным двигателям на нижней части скейтборда, которые создают магнитное поле. Принцип электромагнитного поля используется и в поездах на магнитной подвеске. Стоит отметить, что летать где угодно на доске не получится. Хаверборд может летать только над поверхностью из неферромагнитных проводников. На современном этапе развития проекта, Хенда может поднять в воздух человека весом до 140 кг и левитировать около 10 минут. Межиклип – прорывная технология дополненной реальности. Сейчас компанию оценивают в 3,7 миллиардов долларов, при этом мало кто понимает, чем именно она занимается. Межиклип окутан завесой тайн. Но кажется, технологии виртуальной реальности ждет еще больший прорыв, чем мы осмеливаемся мечтать. В компании работают нейроспециалисты, понимающие, как устроен мозг. Они создают графику таким образом, чтобы пользователь смог ее почувствовать. Помимо создания естественных объектов вокруг человека, Меджиклип должен разработать носимое устройство. Возможно даже, что это будут линзы. По задумке человек сможет смотреть фильмы изнутри, наблюдая героев рядом с собой. Или гулять по улицам Нью-Йорка и видеть, каким был город 100 лет назад. Ну и само собой играть игры, а также работать с почтой и приложениями в любом месте. Нейропротезы с управлением силой мысли. Ученые из лаборатории прикладной физики в Нью-Йорке первыми создали невероятный протез человеческой руки, управлять которым можно одной лишь силой мысли. Он позволяет человеку, который потерял в силу тех или иных причин конечность, приобрести новую часть своего тела, действующую по тому же принципу, что и живая. Система управления этим нейропротезом полностью копирует нервную систему человека. Устройство считывает электронные импульсы из мозга владельца и поступает так, как он задумал. Команды распознаются моментально, человек в считанные минуты начинает на интуитивном уровне управлять своим протезом, как раньше управлял реальной рукой. При этом система контроля позволяет управлять даже по отдельности каждым искусственным пальцем. Фонтус Аира – это новая бутылка, которая превращает воздух в воду. Если вам когда-либо приходилось быть в роли путешественника, то вы не понаслышке знаете, насколько необходима в дороге питьевая вода. Как же все это работает? Как всегда, гениально и просто. Воздух подвергается охлаждению внутри бутылки под специальной крышкой. Вода превращается в конденсат на особых поверхностях. А затем, пройдя несложный процесс фильтрации, попадает в главный резервуар. Модель Фонтус Аира имеет солнечную батарею, от которой собственно и работает. Многих любителей пеших и велосипедных путешествий она уже сильно заинтересовала. Сферическая шина для автомобилей будущего от Goodyear, Eagle 360, обеспечит максимальное маневрирование и безопасность. Шины вращаются во всех направлениях, увеличивая устойчивость автомобиля во время непредвиденных ситуаций на дорогах. Шины Eagle 360 соединены с автомобилем с помощью технологии магнитной левитации, которая в частности применяется в поездах на магнитных подушках, что позволяет повысить комфорт пассажиров и уменьшить шум. Рисунок протектора шины имитирует мозговой коралл,
а разнонаправленные блоки и канавки протектора обеспечивают надежное и безопасное сцепление с дорогой. Дно канавки протектора повторяет элементы, которые можно встретить в природной губке. Они твердеют при сухой погоде и смягчаются при влажной, обеспечивая оптимальное управление автомобилем и предотвращая аквапланирование. И наконец, поскольку шины способны поворачиваться на 360 градусов, в будущем она может позволить сузить места для парковки. Уверен, что это видео заслуживает вашего лайка. Ну а если вы еще не подписаны на RoboTop, самое время нажать на кнопку подписки. Всем спасибо за просмотр. До встречи в новом видосике.